Всем привет, с вами снова я, Антон, и канал «Живой футбол». Вы давно просили снять вторую часть обучения красивым и эффектным финтам, и мы это решили сделать в весьма необычном месте. Мы находимся на крыше, в самом центре Москвы, на недавно открывшейся площадке Adidas The Base. Да, вид, конечно, тут просто бомбический, и скажу прямо, на таких высотах нам еще не приходилось снимать свои ролики. Да, и вообще на YouTube, я думаю, не очень много футбольных видосов на таких локациях и с такими видами. Но не об этом мы сюда пришли разговаривать. Первый трюк – дабл эйрака. Вариаций данного трюка довольно много. Вы можете делать касание резко и на небольшом расстоянии друг от друга, либо же наоборот, добавить побольше амплитуды. Все зависит от конкретной игровой ситуации. В любом случае, старайтесь наклонять корпус в сторону мяча при каждом его касании. Это поможет вам сильнее раскачать соперника, и у вас все получится. Следующий трюк – Zorro Spin. Данный трюк можно использовать при игре на фланге, прокинув мяч себе на ход, или, например, у ворот в пане, последним касанием сильно протолкнув мяч в ворота. Главное правильно определить дистанцию до соперника и вообще хорошенько потренировать фишку предварительно. Да, еще раз хотел напомнить, что это все-таки эффектные финты, которые относятся больше к фристайлу. И применять их в реальном матче, в реальной игре, ну, можно, если только вы какой-то нереальный технарь или просто бесстрашный, потому что в 99% случаев тренер вам очень серьезно напихает. Ребят, недавно мы преодолели отметку 200 тысяч подписчиков, и это нереально круто. Хотелось бы еще раз всех поблагодарить за поддержку, которую вы нам оказываете. И да, кстати, не забывайте следить за обновлениями в нашей группе ВКонтакте и в Инстаграме. Все-таки на канале уже 220 тысяч человек, а в Инстаграме всего 30. Ну, это как-то просто несерьезно. И на сегодня, наверное, будем заканчивать. Да, ребят, вам тут пиццу должны подвезти, так что мы сворачиваемся, а вы подскакиваете. Пятница, суббота, воскресенье. Площадка открыта, так что увидимся. Всем пока. Да, я как голова сейчас еще прыгну в конце.